народ! У-ху! Первая варка. Сегодня как первая брачная ночь, бляха-муха. Все, кофеек, переодеваемся и... Мне нравится, когда ты себя бьешь. Все, погнали, давай. Ну что, все подготовили на наш бельгийский вид апельсиновый. 40 килограмм пшенички. И 40 килограмм базового. Немножко муки есть. Ну, в принципе, неплохой помол такой. Ну что, начинаем? У-ху-ху. Так, у нас вода подготовлена в горячем баке. 35 градусов. Первым делом наш отварочный бак. Наливаем воду. Так, с горячего бака. Краник пошла. Пошла через счетчик. Сюда, сюда и сюда. Да. Все верно. Наливаем 100 литров. Вон тут отметочка есть. Вот. И засыпаем половину нашего солода в отварочный бак. Так, оборотики. Увеличим немножко, чтобы... Пшеничка наша пошла. Мешалочку. Так, срочно наше весло. Красота, красота. Так. И сразу же нашу температуру до 67.
Отварочный наш бак все паузы прошел, теперь поднимается до кипячения. Сейчас отварочка будет через полчаса. Закипит. Что тут у нас? Такие хамелеоны, да? А? Заторчик практически осахаренный у нас. Ну а мы наливаем в наш основной бачок остальную воду и засыпаем остальной солод. Нет, еще не засыпаем. Через полчаса засыпаем. Ну пока нальем и догреем до 57, как у нас положено. Опа, у нас есть свет. Да. Так. Пошла вода. Пошла, родимая. Набираем 250 литров. По той меточке. У нас есть меточки. Отварочка у нас закипает. Уже 90 градусов. Ну а мы начинаем основной затор наш. Мешалочку. Мешалочку. Все, пока у нас паузы пройдут здесь, отварочка потом туда пойдет, потом опять вторая отварочка. Вот такое пиво будет. Вот такое. Уже слюни летят. Вот такое пиво получится. А сейчас мы посмотрим, как кипит наша отварочка. О, красота. Каша. А запах какой. Обалденный. И вот так еще полчаса. Проварим до самых вкусняшек.
целая бочка бельгийского вита. Та-дам! Уже бродит запах чистейшей углекислоты. И это хорошо. Температура была 19 градусов, даже 18,9 на задачу дрожжей. Сейчас температура 20 градусов, а у нас стоит максимум 21. Если больше 21, будет холодильник принижать. Поэтому у нас будет такой ровненький, без сильных фенолов. Я сильные фенолы не очень, а вот такой ровненький, бельгийский вид. Кориандром, мускатным орехом и цедрой грейпфрута. Я грейпфрут купил в холодильнике, да. Ждем. Все, тухни. Ну что, друзья, сегодня уже все подготовлено под нашу вторую варку. И сегодня будем что варить? Жигулевское. Чего? Какое жигулевское? Ты мне что обещал? Шотландский эль. Я так не согласен, Игнат. Все, я ухожу. Ищи себе знаешь кого. Продолжаем. Жигулевское. Отличное пиво. Жигулевское. Народ просит жигулевское. Так что запускаемся. Первая отварка у нас. Это чистая ячка. Молотая. Угу. Пищевая. Очень вкусная. Ну и венский солод. Венский солод и ячка. Основной затор у нас отварочный. Первая отварка, я уже говорил, понеслась. Килограмм ячменной крупы. Та-та-та-та-тан. Первый замер плотности, второй день брожения. Класс. Цвет классный. Пена еще слабенькая. Ну, первый день бродит. Сейчас посмотрим, сколько тут плотность. 11,5. Ну что, у нас за первые сутки на 1% упала плотность. Дрожжи хавают вовсю, мы их не обижаем, кормим. Ну и они нас тоже вознаградят. Наша отварочка уже закипела. Густая, капец, такой кисель. Все, 40 минут она у нас будет вариться, кипеть, а потом сюда. Основной бак у нас практически работать-то и не будет. Получается, зальем туда от подготовленного бака воды 52, затрем, потом отварочкой поднимем, перельем сразу же, опять отварочку сделаем.
пока здесь пауза пройдет, опять отварочкой второй поднимем, а там уже конец затирания. Вот так будет настоящий Жигуль. Отварочка кипит 20 минут, набираем воду. В наш основной чанчик 250 литров. И сейчас будем засыпать оставшийся солод. Запах-то у венского помощнее будет, чем у базового. Такой насыщенный, сладко-хлебный, какой-то бисквитный, что ли. Основная пептидаза прошла у нас уже в основном. О, молоко какое. Пептидная пауза поработала. Здесь у нас отварочка. Ай, красота! Красота! Просто невероятно! Это невероятно! Густая такая вообще разварилась. Начинаем перекачивать в основной затор и этим поднимаем нашу температурку. Уходит потихоньку. Основной затор у нас тоже уже темнеет, осахаривается, температура поднимается. Уже в основном заторе у нас 61 градус. А должно быть 63. Так, отварочка наша полностью ушла сюда. Сразу же перекачиваем вторую отварочку. И еще раз проварим. Будет у нас двухотварочная, настоящая жигулевская. Все как завещал товарищ. Какой? Микоян? Кто бы хотел сказать, но не Микоян. Микоян. Ну вот нормалды. Сейчас фильтрация будет. Сейчас отстоится минут 20, фильтрующий слой образуется, и будем потихоньку перекачивать обратно. Пошла наша фильтрация. Ай, красивое какое. Будет пиваст, что надо. И вот наша... Не певчанская, а суслочанская. Будущее певчанское. Кашка. Хороша. Ну, прости. Практически безвкусная. Хорошо выжали ее. Так что
закипело. А? Красота. Инстаграм. Через полчаса еще партию перекачивается в ЦКТ-ху. Ну вот, 8 градусов. То, что им нужно для нашего лагеря. О, какое чернючее. Класс. А? Бурштун. Красота. Ага. Готово. Ждем созревания. Что творится вообще? Ага. Мы вернулись, Виктор. Да, вернулись. Зима громко хлопнула дверью. Капец. Нормальные люди с дома не выходят. А нам же дункельвайцен варить надо. Люди же ждут. Ждут. Уже давно ждут. Ждут. Ну бросай ты этот снег, чертовой матери, пошли варить. Все равно не очищу город. Ну постарайся. Через час, 5 минут турецкий. Пошли, тяпнем коньячка с лимончиком и будем варить дункельвайцен. Водичка подготовлена в бойлере. Начинаем наполнять наш отварочный бак, потому что первая у нас пойдет отварка. Потом перекачка в основной бак, подъем температуры. Потом вторая отварка. Двухотварочный. Дункельвайцен. Все как вообще по канонам. Рейхангенсбот. Или как он там называется. Страшное название. Ну, придерживаемся. Пошла жара. Пшенилснер. Пилснер, пшенилснер, весло, самое главное, мужчина с веслом. Мы в морфлоте, мы с командой выиграли соревнования на шестивесельных яликах. Ведерко очень удобно высыпать. Ну что, замерить надо наш pH нашего заторчика. А, вообще. Вообще супер! Немножко лимонной кислоты творят просто чудеса. Отварочку хотим посмотреть? Нет. Нет? До свидания. Заходи сюда, люди хотят посмотреть. Отваром. Не от тех ворон, а отварка. Ну, короче,
Отварка. Пошутил такой, да. 20 минут уже кипит. Еще 20 прокипит. И потом перекачиваем в основной заток. Снимать, тащи следующую. Перекачиваем отварку в основной бак. Тут у нас белковая пауза прошла. А здесь у нас отварочка. Оп! Красота вообще! Выварилось все. Так. Отойдите, пожалуйста, мне надо краны переключить. Пошла обратная перекачечка. Это наша вторая отварочка. Воздушное пизе. Пшеничное. Большая чашка капучино. Ага. Пиво капучино. Вставай, Виктор, живи, Виктор. Полистал бы, да? Вот это цвет, я понимаю. Ну и самое главное в нашей работе – утренний обход пациентов. Наших бродящих емкостей, замер плотности и температуры. Ну, температура у нас здесь видна. Здесь лагерок бродит 7,7. Здесь у нас Дункельвайцен, здесь бельгийский вид. Это уже началось понижение температуры уже на вторичку. Понижаем потихонечку. А это будем сегодня заливать наш карамельный. Скажем так, карамельный. Ну, хефевайцем. Пошли, пошли, пошли. Это не пиво белое, это пена, блин. Вот это да, да? Уже вторую неделю бродит, уже запах сформировался практически. Ну что, товарищи, ждем отстоя пены. Ну вот, 6% у нас. 6% от 12,5. Ну, половина выбродила уже. Очень-очень хорошо. Запах классный. Запах обалденный.
не снимай, я сейчас пить буду. Пусть думает, что либо надо. Ну такая. Такая брашковатая еще, конечно, но уже ароматика чувствуется такая цитрусово-бананово-хлебная. И вдали немножко кориандр. Классно, классно. Так, выливаем. Ну, спорный вопрос, выливаем, да? Тебе камеру еще держать, мне нечего. Давай, все. О, бродит наш Дункель Вайцен. Мерить будешь? Попробую нашу, да, так сказать, проверить плотность всего Дункеля. Ну, давай. Одна пена идет. Выключай все. Пожарный гидрант. Капец. Ну там потихонечку. Вот это пена. Вот это пшеничка, я понимаю. Да, и как его? Как его замерять? Ну, пускай отстаивается. Пару минут. Ну что, никак не отстоится? Не, как в лучших немецких домах. Да, пена кэн. Приносят таких вот в кафешках на разливайках. Мелкая, кремовая такая, блин, стойкая, блин. Тогда зарик будет цвет. Ага. Дункель? О. Ага. Нормальная такая пенка. Отойди на общий. Сейчас поедим пивка. Ага. Смотри, короче. Тебе кофе, сливки не нужны? Ну, да. Капец. Ну что там? Сколько? 5,2. Ну уже практически первичка прошла. Ну что, проба? Проба. Органолептическая проба. Органолептика пошла. Чертовка. Вкусная бражечка. Ну да, сейчас особо сейчас вкус не сформировался. Еще побочки много, еще не так основа выражена. Сама революция сейчас идет. Хватит там, дай мне, блин. Типа жигулевская. А? В смысле? Ну потому что 12%. И хмеля другие. Хмеля я использовал Геркулес и Традишн вместо Жатецкого. Цвет. Янтар. А? Вот такой у нас жигулятор. Ну, типа жигулятор. Настоящий лагерь. Первичка бродит не выше 8 градусов. Запах такой еще чисто диацетильный.
Такой медовый. Прямо медовый. Ты депутатор меда ебал? Да. Загазированная уже, конечно, но еще очень сладкая. Вроде недавно. Мы тут сварили бельгийский виндбир, но как-то он не по канонам у нас получился стронг виндбир. То есть натуральный виндбир где-то 11-12% плотности начальной у него, а у нас 14% получился. И не стронг бельгийский, там от 16 и выше, и не виндбир. Короче, такая непонятная штука, но очень вкусная. И мы ее сейчас добавим туда цедру не апельсинов, а мандаринов. И будет у нас бельгийский виндбир на мандаринах. И добавим туда еще каркаде для розового цвета. И получится у нас розовый фламинго. Дитя заката. И целая кастрюля мандариновой цедры поступает в наш бельгийский вид. Это, друзья, 22 марта на дворе. Зима что-то немножко задержалась. Не попасть к нашим пивасам. Ты мне что обещал вообще? Что? Будем сидеть в тепле. Пить пиво. И пить пиво. Что, я на это не подписывался вообще. Так до пива ж попасть надо еще. Дорожку себе хоть прочисти. Ничего, сейчас доберешься, ляжешь под ЦКТ, кран откроешь и понеслась, да. А потом ты меня вот этот бурдюк, этот надутый, будешь как-то выколачивать обратно. Вытащу здесь, будешь как этот тюлень лежать на льду. Батя, как тебе? Фух, ладно, дочищай. Спасибо. Давай.